Ну а в области Абая продолжается вакцинация девочек против вируса папилломы человека. Иммунизации в регионе подлежат почти 5000 школьниц. Прививки проводят как в поликлиниках по месту жительства, так и в учебных заведениях. Одной из первых родительниц, кто привел ребенка на вакцинацию, стала главной внештатной онколог области Баян Бекетова. Ее 11-летняя дочь получила прививку в школе. По словам врача, рак шейки матки – это единственная патология в онкологии, заболеваемость которой можно снизить с помощью прививки. Казахстан наконец дождался эту вакцину, потому что во всем мире данная вакцинация идет уже более 15 лет. У меня две дочки, 15 и 12 лет. 12-летняя подходит под эту программу. 15-летнюю я буду прививать платно. Как только будет доступ к платной вакцинации, я обязательно ее привью, понимаете? Потому что я онкогинеколог. Я онкогинеколог, я онколог. Я все это знаю изнутри. И я хочу своего ребенка от этого предостеречь.